Там ты знаешь, видишь, помнишь, вода-то какая чистая была. Ну, там же по мостику идешь, да, там же бригада вот эта овощеводческая там была, и сад, там и сад же был, и виноградники, и малина там была, и хмель же там рос. И там же, помнишь, такие миляки, прям столько муляки было, миляки, прям бугор, ну, 20 сантиметров глубина, вот, а потом раз и углубление, как такие курганы в воде. И там видно, но на глубине хуже видно, а когда через миляк идет, так, муляка желтоватая такая, а потом только раз и почернела, плотва, а за ней окуня и щуки. Да, ты что, мы пацанами еще на велосипед, потом уже на мопедах туда. Ну, мы приезжали в бригаде, бросаем мопеды, вот, там попросим, чтобы присмотрели, и туда правее уходили, не к трубе, а сюда, где напротив карьеров. И это в камышах там выламываем себе, камышину выломал, с дому едешь, ну какая удочка, ну то ореховая возили, потом то поломал ее, то зацепил, где-то оборвал, а то камышины ж там, помнишь, высокий камыш был с того берега, и эту камышину раз, выломал, а потом прячешь там, леску привязал, бах, ведро напорол этой плотвы. Окунь, да, плотва была такая. Ну, ладонь это средняя была. Помню, да, карася тогда как-то и не было там, чтобы он ловился. Плотва.